которые, возможно, сегодня совпали, да, 7.07.2017, да, куча смс-ок спама «Загадай желание, перешли другу», да, а сегодня дождь, в который хорошо всегда расставаться, уходить и уезжать, да, хорошая примета, поэтому сегодня у нас все будет замечательно, и разрешите вас поздравить, спасибо, что вы были с нами, спасибо, что вы выбрали нас, я надеюсь, что мы стали для вас какой-то близкой семьей, я думаю, что многие из вас продолжат свой научный путь, может быть, у нас, может быть, в других стенах. Но я думаю, что мы сделали главное для магистратуры. Мы проявили вот некую любовь к науке. Поэтому спасибо вам за это. Мы сделали это вместе с вами. Ну а мы сегодня хотим, конечно же, вручить вам ваши дипломы. Вручить шарики, которые мы сегодня запустим около крыльца факультета. И маленькие пожелания, которые младшие курсы приготовили всем вам. Да? Пускай они принесут вам удачу. Ну а мы начинаем. Спасибо. Приказом ректора вручить диплом с отличием по направлению подготовки психология, магистерская программа психология развития и личностно-ориентированное консультирование Айвазовой Екатерине Тофиковне. Никитиной Александре Александровне. Ваши аплодисменты. Петросян Нине Валерьевне. Славиковой Валерии Германовне. Степаненко Анастасии Олеговне. Магистерская программа. Практическая психология родительства и детства. Акимовой Елене Владимировне. Судаковой Юлии Витальевне. Выдать диплом магистра психологии, магистерская программа, практическая психология родительства и детства. Алимову Артему Жемилевичу. Гагулиной Анне Алексеевне. Завьяловой Яне Акбаровне. Недумову Алексею Сергеевичу.